Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Мапуче Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать просмотр с самого начала. Также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Приятного вам продолжения просмотра. Привет, поляк. Наконец-то. Смотрите, сразу 30 очков науки получил сверху. Так, тут амбар, я тут хочу вырубить и сюда акведук поставить. Здесь где-то промышленная зона будет в скорости. Так, кстати, торговые к моим городам. Только Венгар отправляет. Араб предложение. Да блин, ну какого хера? Почему выбирается этот же? О, череп святого Адальберта. Нафиг он мне, правда, нужен? Чудо еще нашел Везувий у Нанмадова. Вообще я хочу в верфи. Нам надо лесопилку где-то построить.
Блин, ну вот в этом городе строить какие-то районы, я бы только тут еще аквапарк построил, честно говоря. А все остальные тут бессмысленные районы будут. То есть вот этот треугольничек есть, а что-либо еще. Ну, давайте, не знаю, квадрирему сделаем. О, а вот и не открытое орошение дало себе знать. Да, тут надо вырубить рис. Так, Везувий мы открыли. Орошение сделали. Блин, хреновый ученый. Район со священным местом так же и науку дает. Нафига это мне? Его можно использовать только в священном месте. Ну, класс. Тогда поплыли исследовать им все. Бессмысленный ученый. Блин, там уже промышленные зоны у людей. Вовсю кочегарят. Надо вообще за руинкой сплавать. Так, и что тут с промышленной зоной в итоге? 4 очка на пустыне, да? Ой, на пустыне, на болоте. Забыл, сколько там ходов осталось. 6 ходов. Надо каждый ход тут рабочих покупать. Шо это я? Кому кофе не надо? А, мне можно. Ну вот оно, видимо, закончилось. Я вижу, что у меня уже нету кофе. Ну, у тебя не на что меняться. О. А я бы продал алмазы или шелк, или черепа. У тебя вон ураган, наверное, сахар разграбил. Ну, в смысле, не разграбил, а вообще уничтожил вышение. У меня? Не, у Лёш. Точно. Нет, я ушел обрабатывать на самом деле. Ладно.
Нормально тут все. Так, средневековые ярмарки. Ну, пока нету смысла ничего менять. Массовое производство у нас. Это мы верфи, я коплю деньги. Купить верфи, потому что они будут давать бонус к производству за соседство района. И плюс еще производство на всех клетках побережья без улучшений в этом городе. Понимаете? То есть эти вот все клетки будут производство еще давать. Посмотрим. Что за... Что мне тут ферму ставить, и соответственно не пропущу ход. Так, жибель баркал. Ладно, давайте амбар. Хоть плюс одно яблочко, но рост какой-то будет. Грузин, сколько будет твой тут скаут стоять ниже и на перемапу? Я там проплыть не могу. Так, ты ж запер его. Я тоже никуда не деться. Чё ж ты не говоришь? Типа, запер и окей, да? Нет. Ну, наблюдаю за тем. Хотите сказать, блин, ну... Какого хера кто тут... Кто-то подошёл посмотреть на это наблюдение. Ладно, надо покупать лучника. Тут надо апать лучников. Грузин сделка. И открывать машины с... Поляк сделка. Почему не ускорилось? Алексей, готов убрать скаута. Какое-то только предложение принять осталось. Убирай. Да блин, что ты... Грузин, ты издеваешься? Так я ж мимо хотел, я эти юнита пропустил. И хочу дальше туда выйти. У меня там три юнита вокруг стояло. Ты один пропустил, другой вон высадился на берег из-за тебя. Как он мог высадиться на берег? Ну потому что ты встал обратно на эту клетку, блин. Виноват. Я вот поэтому и не люблю давать всяким скаутам проход, прочее, потому что вот люди щемятся, и твои юниты из-за этого страдают. Блин, не успел купить верфи нигде. Ну, Анкорват. Почему бы, кстати, в пустыне Анкорват не построить? Все как верфи подорожали. Давайте где мало производства. О, вот здесь.
Да, рыбацкие лодки было хорошей идеей взять. Так, надо ли мне? Да, надо. А, у меня один посол только. Ладно. Я думал, взять ли мне первого посла, типа вот это. А, Пингала у нас в столице. Может поменять местами спикун мапу? Пока или нет? А, или лян прокачать на эту акваэкономику, там что-то такое. Да, надо, давайте. У меня мапу не растет нифига. Давай, на аквакультуру в смысле. Давайте я поселенцу куплю, стояночка. Блин, где Магнус? Здесь надо поселенца покупать. У меня там еще ходов. Два ху... Блин. Так говно тут все грабит. О. Успел поселенца купить. Так, ну там один ход останется, два хода еще. Накопится ли у меня еще на одного поселенца, кстати, веры? 200. Нет, не накопится. Что можно спокойно покупать рабочих за веру. Следующим ходом буду менять правительство, заодно и первого поселенца типа отправлю. Автоматное исследование. С этим лагерем уже заканчивать. Блин. Хорошо, а где у нас промышленная зона станет хорошо? Так, данный игрок. Ну, я просто за себя тут проголосую. Правда, претензии в сетевой игре я так и не понял. То есть они только могут дипломатическое влияние. Стоимость производства. Я предлагаю голосовать, чтобы за веру снизить стоимость производства и приобретения военных юнитов. Ну, увеличить на 100% за веру. Приняли все-таки против веры. Все за меня проголосовали. Спасибо. Честно говоря, рандомом вообще. Ну как рандомом, если раз, два, три... Ты первый в списке был. Я? Ну, я рандомом, во всяком случае, голосовал. Нет, я просто знал, что люди будут против Алексея кидать, поэтому кинул против него. Вот вы добрые. Люди, они такие. Да ладно, не влияет же, сам же говоришь. Ну, по идее, да. Так. Ну, мне хочется где-то тут поставить город. Я бы даже сказал, где-то
вот тут, то есть надо с варварами разобраться. Отойду. Так, здесь... Блин, так цвета мапучи сливается с морем, честно говоря. Блин, надо еще верфи купить. Слушайте, а селитр у меня только здесь, да? Ну, просто хоть что-то поставить уже. У меня больше всех очков, но мне кажется, это чисто за счет чудес. Что я много чудес построил, реально. Все. Золотой век начинается. Ну, я возьму, наверное, реформу денежного обращения. Или, подождите, или взять... Ну, я уже много всего обработал. Лучше реформу денежного обращения, чтобы еще и караваны нельзя было грабить. Так, здесь куплю просто мастерскую. Келва кисевани. О! Давайте, кстати, построим. Хорошее чудо в данном случае. Так, здесь у нас... Так, меняем... сменить правительство на торговую республику. Бонус коммерции можно убирать. Давайте поставим кампус. Промышленную зону, наверное, тоже. Так, первый посол. И скидка в улучшении пока поставлю. Театральная площадь, новые строители. Блин, я покупал строителей без вот этой карточки. Это неправильно было. Избирайте торговцев. Так, давайте вот так. Пойдем за торговец. Не обратил внимания, честно говоря. Так, улучшаем до арбалетчиков. Пора. Что? Торговцы заберут. Блин, ну надо вот здесь ставить. Ну, он не показывался в этом, ну, в окошечке внизу. Потому что ты тебе пришел после того, как кто-то другой забрал. Без претензий к тебе. А, кстати, где мой торговец? Вот он, что он дает? Блин. Что он дает? Муаэн настроит в этом районе банк и рынок. Банк... О, нормально. Надо для новых. Где-то у меня строились, по-моему, коммерческие районы. Ну вот здесь будет строиться после гавани. Надо перебросить просто в чаде мапу.
Ого, арабы науки. Ну так кто араб? Да. Араб хорош. Ну, у меня стало мало науки, понимаете, потому что... Синхрон? Да, с одним игроком. Потому что закончились действия этих бонусов, да? Ну что тут, пока... Сколько у этого заряда осталось? Два. Ну, он эти две клетки одну обработает. Можно плыть отсюда. Так, тут наконец-то гавань можно построить. Давно запланирована была. Да еще первого посла. Блин, тут и Кумаси, и Нанмадол. Вот Нанмадол надо союзить в обязательном порядке. Блин, там уже 8. А долго я буду строить Хилвуки Сивани? Так, это мы перебрасываем чади мапу. Блин, из-за того, что посел стоит. Ребят, можно паузу вот на 5 прям? Может быть чуть меньше. Может в начале хода следующего? Давайте, давайте. Прям если не сложно. Не сложно. Так тогда может не на 5, а на 10, там что перекусить успеть. Санитарный перерыв, да? Хорошо, давайте на 10. Ну, вроде того. Сейчас начнется ход. Ну, тут, конечно, у араба я выглядит, как у него все отлично. У него, конечно, куча территории. Мне надо быстрее еще город ставить. А тут варвары мешают. Может, блин, юнитов просто купить хотя бы. Все вернулись. Так, был рассинхрон. С венгром у нас закончился союз. Венгр, союз продлеваем? Конечно. Дипломатическую службу открыли. Ну, союз ты мне кинь, пожалуйста. Посвящение, наверное, пойдем. Блин, мне надо что-то делать с... Надо что-то делать с кампусами. У меня их нет. И это проблема реально. Полечимся. Торговцы нужны. Давайте из столицы. Куплю и отправлю. Так, это поселение ждет. Тут все исследовали. Ух ты. Дали торговца внезапно. А я его купил. Алексей сделал.
как дурак. Араба 9 городов, и это он еще не все заселил. Да. Но он в окружении меня, венгра и поляка. Может, если мы как-то скооперируемся, можем что-нибудь сделать? Испанец сделка. Ай, ну ладно, тебе можно. У меня просто здесь одна клетка пустынная. Ну, кстати, реально, в итоге, как бы на одном континенте все вместе в итоге. Ну и не будем тратиться на ее выкуп, так сказать. Наверное, предоставляет каперу. Ничего такое. Почему нет? Где он? Я вижу, что у тебя к нему проход очень фиговый. Ну хотя, да. Со стороны и на перемапы там может, наверное, пролезть. У меня прохода вообще нет. То есть я только могу Багдад и Дунгят захватить, если чё. Так, подожди, а тут холм, да? Я не смогу отсюда. Давайте так встанем. Наверное, посела поведем. Я, наверное, куплю тут какой-нибудь еще юнит. На всякий случай. Да, всадника. А еще у меня союз с ним, наверное, еще довольно долго. Я так прямо сейчас никто и не собирается нападать. Науки, я имею в виду поддерживать технологию, он сейчас вровень с нами. Но сейчас начнет вырываться, я так понимаю. У него Женева еще за сюзеренина. А где Женева находится? Кто не подскажет? Она там отдельно на островке стоит, небольшом. Ну, не на островке, но в самом краю у моря. Рядом со мной. Если бы я еще знал, кто говорит и где он находится. Поляк. Ну, вот я без понятия вообще, где ты находишься. Странно, я не понял, что тут рыбацкая лодка уже есть. И надо еще тут лес вырубить. Один заряд остается. Так, пора строить кампусы в столице. Вот здесь, кстати, будем делать театралочку в будущем. Потому что будет соседство от правительственной и от чуда. Ух ты, 164 у араба. 164. Ну, он рационализм поставил явно. Да, конечно, тоже можно рационализм ставить, но мне кажется, в смысле бессмысленно, потому что у меня нету ни здесь 10 жителей. Ну, соседство кампуса нормальное, да, плюс 3. И тут будет ух, плюс. Ты, точнее, тут нет. Еще и Окленд, оказывается, есть. А здесь. Да, моя кампус. Недоработка. Только здесь на плюс 2 можно поставить. К сожалению.
Вообще, мне бы Окленд засоюзить еще, между прочим. Мне даже больше нужен, чем... Пять штук. У меня сейчас... Я сейчас получу три... А, блин, кто-то построил. Нет. Келвуки Сивани кто-то построил. Ну, блин. О, кстати, обратите внимание, плюс 3 из-за рифа вот здесь. Ведь я тут ставлю кампус на плюс 3. Если вообще проверим, может, что где-то рифа нету. Нет, в соседстве нету рифов. Вот риф, но тут чисто плюс 2 будет, как бы нету смысла. Так что мне там арбалетчика мочат. Да, блин. Не, я заберу лучше лагерь. Не появлялся больше никто. Так. Везде кампусы готовы. Покупаем. Библиотеку, библиотеку. И универы покупаем. Чё уж. А чё ждать-то? Так, разведывательное управление. Шпиона к арабу, конечно. Сани соточка. В Мекке 48. Очень я не успеваю ни хрена. Давайте дальше откроем то, что послов дает. Вот, теологию. Мне Окленд нужен просто.
Дальше кавалеонизм и опера и балет. Там надо астрономию открыть. Два арбалетчика. У меня нету двух арбалетчиков. Вот, продвинули. Давайте содержание юнитов пока поставим. Сука, производство здесь верфь имеет 12. Верфь имеет производство аж 12. А где этот аквапарк в естественной истории? Далеко. Ну, продолжим квадриремы, наверное, пока делать. Каперши еще не открыты. Так, разведывательное управление. Ну, кассу. Не хочу я тратить эти места на кассу. Поехали исследовательские гранты пока здесь. Испанец предложение. Крылатые гусары. А где этот чумомуль строится? На побережье, что ли, только? Венгры культуры дофига, но это благодаря, наверное, союзу с городами.
Мапуче, поляк, предложение. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!